Югорчане, заполнившие сегодня анкету для участия в викторине «Энергия развития Югры», могут получить дополнительный подарок – сертификат в крупный онлайн-гипермаркет. Каждому 50-му счастливчику придет СМС о специальном подарке в течение дня. Напомню, что информационно-просветительскую викторину приурочили сразу к трем датам – 300-летию российского нефтяного дела, 210-летию использования газа в России, а также 90-летию со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова. Анкета состоит из 10 вопросов об истории развития нефтегазового дела в России и Югре, а также включает интересные факты о нефтедобыче. Викторина является беспроигрышной. Для участия нужно заполнить анкету на сайте, название которого вы видите на экране. А ответы на возникшие вопросы можно получить по телефону 8 800 350 2086.